Всем привет моим подписчикам и, конечно, гостям канала. В этом видео хочу поделиться с вами своим опытом, как всегда. Но в этот раз у меня опыт был в худшую сторону. Как вы знаете, я в последнем видео показывал, как я разводил дафнию, как она размножилась, расплодилась, а сколько ее было. И также продолжал, скажем так, и на каналах на YouTube смотреть фильмы, ну, скажем так, что я сам фильмы снимаю, я смотрю фильмы тоже, чтобы научиться правильно снимать, чтобы вам было интересно правильно рассказывать. И смотрел также один фильм, как правильно разводить дафнию и все такое прочее. Ну и вот такой хороший товарищ сказал, короче, для дафнии, именно вот Мойна, например, да, вот для этого сорта, ничего не надо, простая банка, поставил, да, и можно разводить дафнию без ничего. Без аэрации, без подогрева, без ничего, что она прекрасно разводится. С моего последнего видео вы, наверное, видели, сколько у меня дафнии было, какое наличие. И была у меня аэрация. Я так подумал, ну, если это излишне, и человек говорит из своего опыта, что я буду заморачиваться? Выключу аэрацию и все. Ну и что я сделал? Умный человек, посмотрев одного человека. Вечером в часов 9 я выключил аэрацию. На следующий день поехал в магазин. Если вы вот видите, сзади меня все пусто. Нет больше никаких аквариумов. Я сдал своих последних петушков, которые сам разводил. Их было самцов 26 штук, я их отдал. И, скажем так, какую-то часть я поменял на рыб. Вся эта разводня, вся эта дафния, которую я разводил, она предназначалась для тех рыб, которые сейчас сидят наверху. Но теперь к самому главному. Я купил рыб, довольный, счастливый, как таракан, прихожу домой, думаю, вон ништяк, наконец-то. Я на самом деле долго очень искал этих рыбок. Заглядываю в свой аквариум в подвале, который вот здесь стоял. Даже не заглядываю, я зашел только в подвал, я сразу увидел, что с водой что-то не то. Она уж больно-больно муторная стала. Заглядываю в аквариум, а у меня примерно 95%, или, скажем, на тот момент именно, 90% дафнии просто погибло, потому что вода застоялась. Потому что, по совету одного нехорошего человека, редиски, я взял и выключил аэрацию в аквариуме. Наказал сам себя теперь. Вся дафния практически погибла. Я сейчас вам покажу, чего от нее только осталось. Вот, как вы видите, вот в этом аквариуме я разводил дафнию. Вот видите, он стоит пустой. Все. Все погибло. Все. Абсолютно. Теперь вам покажу, сколько у меня ее осталось. Посадил в такую банку, потому что нет смысла держать сейчас их в 60-литровом аквариуме. Этого аквариума вполне хватит. Ну и вот, какое наличие дафнии у меня осталось на данный момент с той кучи, которая была. Видите? Все, практически вся, короче, убил всю популяцию дафнии. Вон, смотрите, что это такое? Это мне сейчас опять надо будет целую неделю ждать, чтобы я мог начать опять кормить своих рыб дафнии. Что я могу сказать? Все прекрасно, хорошо, но некоторые люди снимают видео и говорят не со своего опыта. Они как бы просто хотят снять какое-то кино, поставить на YouTube, привлечь как-то людей. И вот это получается как бы, ну, очень обидно. Но в следующий раз, скажем так, я не буду доверяться сразу первым людям. И буду исходить больше своего опыта. Ну а если уже какой-то совет подсмотрю, то буду стараться посмотреть еще какое-то видео, чтобы
как-то сравнить, чтобы быть уверенным за то, что потом произойдет. Что еще хочу большое сказать спасибо моим подписчикам некоторым, да всем практически, что вы подписались, это уже тоже большое спасибо. Павел, вам большое спасибо за поддержку, за советы. Петр, вам отдельное большое спасибо, палец кверху, что вы мне подсказали Дафнию подкармливать банановой кожурой. Получалось очень даже идеально. Видео вышло, по-моему, 28 ноября. И вы мне написали уже где-то 30 или 29, как вы кормите. И я вот сразу это попробовал, тоже добавил часть кожуры банана в воду. Это просто обалденно, идеально, хорошо. Одними дрожжами кормите, они тоже давние, как бы, ну, нет никакого ассортимента. Хотя я еще кое-чем подкармливаю. Это такой вид водорослей, они сейчас в высохшем виде. Извините, я просто признаюсь в этом видео, да, я не могу по-русски вам сказать, как это именно водоросль называется. По-немецки просто называется спирулина. Я думаю, по-русски оно приблизительно так же, наверное, звучит. Вот этим я тоже подкармливаю свои дафнии, и вроде все идет нормально. Сегодня пришлось ехать в магазин и покупать новую порцию дафнии. Я, короче, опять купил 4 пакетика дафнии, буду ставить. Ну и сейчас вам, скажем так, покажу хорошую сторону сегодняшнего видео. Это, скажем, была первая часть, то, что я всю дафнию угробил. Нехорошая часть. Ну, сейчас будет хорошая часть. Поднимемся наверх, я вам кое-что покажу. Сбылась, так сказать, моя, ну, долгая мечта. Ну вот мы наверху возле аквариума. Петр, что еще забыл вам сказать насчет этого, насчет листьев миндаля или листьев дубовых. Я на самом деле это раньше тоже, когда у меня дискусы были, я пользовался листьями миндаля, добавлял их в воду в аквариум, чтобы вода смягчилась чуть-чуть. И эти листья, они еще влияют как антисептик. Каких-то бактерий тоже там убивают. И, ну, это очень хорошо для воды. Так что, когда вы сказали, вы добавляете дубовые листья к дафниям, это, в принципе, мне кажется, ну, я думаю, листья миндаля и листья дуба сильно так не различаются. И, думаю, они дают тот же самый эффект, дубовые листья, как листья миндаля. Ну вот, теперь к хорошей части. Вы теперь поймете, зачем я разводил столько много дафни и по какой причине. Вот они, мои новые рыбки. Это альтум-скаля с реки Ориноко. Эти рыбы достигают размера, короче, само тело около 18 сантиметров, а плавники сверху донизу в отдельных случаях до 40 сантиметров. Но поэтому мне так и было тяжело этих рыбок найти. Посмотрите, какие это красавцы. Это что-то. Это не простые скалярки, которые уже 100 лет, скажем, у нас тут разводятся или еще что-то. Это, скажем, практически с дикой природы пойманные родители, и вот это от них выводок. Ну, короче, скажем так, есть на что посмотреть. Они очень молодые сейчас на данный момент, им еще расти и расти, поэтому мне нужен был живой корм, чтобы рыбки дальше могли развиваться. И чтобы потом, скажем, через год, через полтора, они достигли своих нормальных размеров. И, ну, скажем так, чтобы было на рыбку приятно потом смотреть.
Поэтому и нужен был живой корм. Ну ничего, я думаю, они пару недель сейчас подождут. Разведу новую порцию дафнии. Разведу и буду продолжать ими кормить. Потому что, скажем так, если я начну сейчас этот весь живой корм с магазина покупать, это, ну, упадет в копеечку. Чуть поближе, чтобы вы могли их разглядеть. Вот этих, скажем, я их купил 5 штук. Купил я 3, а 2 я поменял на своих петушков. Ну, вот и получилась у меня небольшая такая группа из 5 рыбок. Вот так. Ну ладно, ребят, большое вам спасибо за просмотр. Давайте, пока.